Пернатый бэби-бум. Начало лета в Ивановском зоопарке выдалось продуктивным. В нескольких птичьих семьях почти одновременно появились птенцы. С пополнением можно поздравить даурских журавлей. Крупному детенышу чуть больше месяца. Эти представители пернатых вылупляются размером не больше цыплят, но растут очень стремительно. Это отец другого семейства – полярных сов. Самец тщательно оберегает самку и 6 птенцов. Угрозу он видит даже от телеоператора. Характер поведения полярной совы, которую мы сейчас с вами наблюдали, это проявление само что ни на есть защиты своего семейства, своего гнездового места, вот, своего ареала, места, где он проживает. И мы даже в вольер во время размножения этой птицы мы не можем зайти, потому что он просто нас туда не пускает. Трое птенчиков появились и у семьи филинов обыкновенных. Но, пожалуй, самое неожиданное потомство принесли ястребиные совы. Взрослые особи появились в зоопарке случайно. Раненых птиц нашли жители города и принесли в зоопарк на реабилитацию. Несколько лет спустя пара дала приплод. Ястребиные совы у нас в этом году тоже появились по зову природы. Зимой, когда была очень теплая погода, стали активно себя вести по отношению самка с самцом с другом. И сделали они свою первую кладку. Но потом наступили, как мы знаем, очень сильные заморозки. И как самка не старалась греть свои яйца, они все равно погибли. Ястребиные совы – вымирающий вид пернатых. Они занесены в Красную книгу. Пары в условиях неволи редко размножаются, но тут большая удача. Все 5 птенцов во второй кладке выжили. Сейчас малыши прекрасно себя чувствуют, тогда как в естественных условиях выживает около 70% птенцов. Родителями в начале лета стали и западносибирские филины. Если птицам не нравится, они размножаться не могут. То есть мы стараемся рацион им расширять, делать разнообразный. Вот, соответственно, вольеры подбираем, домики правильно ставим. И поэтому у нас практически все птицы, в том числе и совы, размножаются каждый год сами. Мы не кубируем, выводим птицу сами, и поэтому мы гордимся. Как и в живой природе, от родителей птенцы из зоопарка улетят осенью, как только подрастут. В Иванове оставят, пожалуй, только одного представителя семьи ястребиных сов. Остальных птиц ждут в зоопарке других регионов. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.